Успешный модельер и заслуженный художник Чувашской республики Татьяна Петрова отправляет свои работы в Париж на выставку «Российский сувенир». Подробнее в следующем сюжете. Татьяна Петрова родилась в Тамбовской области. Закончив Московское училище имени Калинина, получила распределение на фабрику «Пахатери». Здесь она заинтересовалась чувашским костюмом. За долгие годы работы мастерица успела побывать на разных конкурсах и выставках в Польше, Испании, Америке, Японии. Теперь собирается в Париж на выставку «Российский сувенир». Татьяна Петрова уверена, ничто не может рассказать о народе больше и ярче, чем его костюмы. Много копаю литературы, зарисовки свои же, которые я в молодости выполняла, в музеях собирала книги, зарисовки делала, эскизы. Ну и часто, конечно, многие идеи приходят и во сне. Или вот задумываешь какую-то тему, а вот, допустим, вечерний Чебоксар или белый вечер. Директор Национального музея Ирина Меньшикова отзывается о творчестве Татьяны Петровой с большим уважением, вспоминая, как впервые о ней узнала. Познакомилась я с ней, ну, даже больше, наверное, с ее творчеством в период работы в художественном музее. Она там представляла персональную выставку. И для меня тогда было очень странно, удивительно и очень приятно то, что вот женщина русская по происхождению настолько прониклась красотой чувашской вышивки. Очень приятно то, что ей удалось проникнуть в душу этой чувашской вышивки. И когда мы смотрим ее работы, и видно, что она ее понимает и развивает в том направлении, в котором нужно развивать. Уже 13 марта Татьяна Петрова представит свои изделия на выставке «Российский сувенир», где надеется вновь покорить зарубежную публику. Кроме того, в Париж отправятся вышивки другой мастерицы Зинаиды Вороновой и национальное украшение супругов Болтаевых. Татьяна Молокова, Татьяна Белова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Республика.